Вкуснятинки мои, вы проснулись? Вы проснулись? У вас ужин уже был? Мамка вас кормила? Или нет еще? Кто-то туда спрячется в уголочке, маленький гномик. Маленький гномик Кэти у нас прячется. Прячется моя кисочка. Вкусненькая такая девчоночка. Вкусненькая, не ждете вы посмотрите на этого котеночка? Сладкая девчонка. Сладенькая такая. Вот ты моя кисочка. Конфетка моя, конфетка моя. Мальчишка дрыхнет у нас. У нас Пухляндия весь день что-то спала, я не замечала, чтоб она где-то ходила. Вот это вот мадам Карамелька сегодня весь день не спит у нас. Весь день ей хочется внимания, она вот, видите, колобочится. Ей надо гулять, ей надо играть. Ей надо к человеку. Да. Скажи, я сегодня звезда, да? Весь день мне чего-то хочется. Чего это мне, скажи, хочется? Хочется, хочется, скажи. Она уже ходит вовсю. Да, ходит, выходит. Лапуська, красотуська. И ферчит она, перчит. Мамку замучила сегодня, скажи, да? Луняшку она замучила прям. А Петя все шуршит мне в эту стеночку. Она пытается наверх как будто бы залезть по этой стеночке. Красавица моя, ну-ка, иди посмотри на себя, кисонька. Вот так вот, а полюбуйся на себя, какая ты красавица, девчоночка. Да, да, Кэти. Рыженькая моя, рыженькая. Ну и что, девчонки? И фырчат сразу, и фырчат. С ними начинаешь разговаривать, они тут же фыр-фыр-фыр начинают. Моторчики свои включают. Да, включают моторчики и животики подставляют. Такие сладкуси-лопатуси. Сладкуси-лопатуси, да, да. Сладкие такие, сладкие. Свет ярче не делаю, чтобы по глазкам им не било, потому что пока еще только-только у них вот как бы зрение четкое становится, хорошее. Лучше, конечно, не светить им в глаза, да, сладкие мои? Поэтому я уж так в полумраке вам снимаю. Мои сладкие. Сладкие такие. Да. Ты моя сладкая. Ты моя сладкая девчонка. Ты моя сладкая, вкусненькая. Вкусненькая девчоночка, да. Кто-то услышал меня и тоже идет сюда к нам, да? Кто? Пухляндия через братишку пытается перелезть, я вижу. Толстуська, пухляшка. Че мои сладкие? Те мои сладкие, девчонки. Девчонки. Так, ну-ка, пухляшку я еще не взвесила. Вот эти две девчонки, они по весу почти одинаковые. Так, а вот это у нас... Ох ты, а это почти братишку догнала уже. Пухляшка. Она, значит, потолще, чем сестренки. Ну-ка, сколько ты? Парень у нас 386, по-моему, был. 378. Что-то среднее между вот братишкой и сестренками. Из девчонок она самая толстая у нас сейчас. Ну, скажи-ка, на то я и Пухляндия, скажи, да? На то я и Пухляндия. Луняшка. Ну, как твой ужин, Луняша? У Луняшки уже несколько ужинов было. И за себя, и за меня, и за Нюшку, за всех покушала она. Скажи, я тебя еще не умывала сегодня, да? Я не видела, чтобы она ее умывала, эту девчонку. Ну, потому что она весь день спала. Весь день спала. Где? Луняшка, дай пусть на сиську идет. Где? Нет, не хочешь ты? Не хочешь, что ли, ты на сисюльку? Толстуся.
Ой-ой-ой-ой-ой, посмотрите-ка, посмотрите-ка на них. Ну-ка, дай-ка. Смотрите, как тюлечки, ему уже надо подстригать самые кончушки, чтобы они не цеплялись у меня, не ходили. Сейчас, наверное, доснимаю и подстригу им как раз пимпочки самые. Ну что, что, ты на ручки, что ли, хочешь, Кэти? Ты на рученьки ко мне хочешь, кисонька моя? Кто там выброжен? Кто там у меня выброжен? Пошла в тенечек, легла. Карамелька, ты что ли выброжаешь у меня? Ох, чувствую, сейчас она на братишку нападет. Да, точно. Скажи, нечего спать. Пошли играть, да? Барбос, вставай, говорит, играть пошли. Все, начинается у них самый вот этот классный возраст, когда у них уже будут игрулечки. Пересматривала сегодня видео с котятами с прошлого года. Ну, так же вот они прям так же и вес набирают, так же. И уши у них вот в эту неделю посмотрела, у всех торчком были. Я тогда думала, что у них у всех будут торчать вверх ушки прямые, страйтики будут. А в итоге потом начали у них опускаться. И у нас только один пряник был прямоухий, а у Барика у него аж после 3 недель только ушки опустились полностью. У мальчишки. У девчонок быстрее было понятно. Ой, смешные ли. Все, куча мала началась. Ну все, на ножки, видите, они уже встают, уже все им хочется. Походить, поиграть. Скоро буду переселять их на кухню, чтобы случайно не наступить в комнате, если они будут у меня. А то они такие. И днем, и ночью будут ходить. Лапуськи, красотуськи. Ой. Сладкие. Дрыхнет и все. Рулет шоколадный. Дрыхнет. Не хочет стать с нами поиграть, да, девчонкам составить компанию. Не хочет он. Никак. Заснул. Спящий красавец. Кто тут у нас? Ну, Пухляндия зато у нас, да? Вышла на свет божий. Пухляша, я тебя весь день не видела сегодня, да? Подойду, загляну, смотрю. Карамелька ходит там, лазит. Кэти просыпалась, а ты у нас не просыпалась? Толстунья моя, лопатунья. Мамка сейчас тебя за весь день вылежит. Красоту такую. Да, за весь день она тебя сейчас навылизывает. Ой, укатила. Мама, ты ребенка аж укатила куда-то. Сладкуська, ну-ка дай на тебя посмотрю. Даже не налюбовалась я на тебя сегодня. Не налюбовалась. Зайка моя. Ты моя зайка. Красавишна. Пухлявишна. Луняшка, вот я бы сама прям их вылезла. Ну, такие они вкусненькие. Ну, прям вообще не знаю. Да. Ей, взъерошенная. Девчонка. Счастье мамкину. Счастье мамкину, скажи, да? Я мамина жизнь, а папина радость. И дедушке с бабушкой кислород, скажи. Да, я такая. Я такая, скажи, игрунка. Луняшка, скажи, когда все это кончится, да, Луняшка? Луняшка и не подозревает, что ей еще с внучатами нянчится потом. Бедняга. Ну что, ну что, ну что? Ну что? Кэти, пошли к нам играть, пошли. Пошли. Поприставали они к братишке, все-таки разбудили его, да? Разбудили. Сладкие мои. Сладкуся лопатуся.
Что? В этом возрасте, кстати, котята уже могут начать шипеть. Фыркают обычно они вот так вот. Как это устрашающий звук у них, если что-то пугает их, например. Сейчас они уже это умеют делать. Уже хищников из себя могут изображать. Я помню, у нас кто-то из котят в прошлом помете тоже так постоянно делал. Барик, что ли? Так, вкусные. Все, пошла. С той стороны пошла. С двух сторон они любят, чтобы у них шкаф был открыт. Всю эстетику загубили, как говорится. Давай, давай, упирайся. Помогу тебе, давай, упирайся. Ноги скользят. Поэтому у нас с двух сторон ход. И с той стороны, и с этой стороны у нас дверца открытая теперь для них, чтобы они где хотели, там ходили. И луняшка, чтобы ходила.